В Орске посетило старейшее объединение байкеров нашей страны «Ночные волки» во главе со своим лидером Александром Золотостановым, известным также как «Хирург». Специально к приезду гостей власти города организовали специальную локацию на площади имени Ленина. Волжане смогли рассмотреть мотоциклы «Ночных волков», а также полюбоваться ретро-автомобилями. Но главным событием дня стал показ фильма «Русский реактор» в Центре культуры и отдыха «Октябрь». Автором и режиссером картины является Александр Золотостанов, который отметил особый интерес к фильму со стороны главы Волжского Игоря Воронина. Фильм, который принес славу. Я хочу, чтобы его видели дети, хочу, чтобы его видели его ветераны, те, кто помнит, у которых перед глазами часть русской истории. Посмотрел сам эту картину, и он хотел, чтобы мы ее показали Волжскому. Вот, поэтому я, собственно, здесь. Длительность фильма 36 минут. Он рассказывает об основных этапах истории нашей страны за период с начала 20 века по настоящее время. Среди зрителей присутствовал и глава Волжского Игорь Воронин. Это и есть патриотическое воспитание. Мы должны понимать, вот, что такое наша страна, Россия, да, вот, какие мы, с кого надо брать примеры, как надо достойно, не сгибаясь, идти по жизни, и тогда мы просто будем обречены на победу. Самое главное, надо самоотверженно любить, уметь и трудиться, и родину защищать, когда надо. Подбирал музыку для фильма сам Александр Золотостанов. Он же занимался и озвучкой картины в стихотворной форме. Фильм содержит постановочные кадры, иллюстрирующие знаковые события в истории нашей страны, а также элементы байк-шоу. После сеанса волжане остались под большим впечатлением от увиденного. Это очень классный и яркий фильм, рассказывающий о российской истории. Ну, мне он очень понравился, потому что разные отсылочки, очень новое оформление, такого никогда нигде не было. Он нам рассказывает как и про русскую революцию, и про современное время, и про становление Советского Союза как отдельное государство. Очень интересный фильм. Захватывающие эмоции, много всяких спецэффектов и вообще за правду. Фильм России. Настоящий фильм. Стоит сказать, что «Хирургу» очень понравился молодой и динамично развивающийся Волжский. А на фоне монументального Дворца культуры ВГС даже были сняты кадры для нового фильма, который волжане ждут с нетерпением. Игорь Ячменев, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1».